Бывало ли у тебя на тренировках, что кто-то приходил под кайфом и зарабатывал серьезные травмы? Да, однажды один парень, я боксировал у него в челюсти, и она такая просто упала. Вау. Не могу показать даже. Иногда кого-то вырубали, и его на пару дней забирали в больничку. Это страшно. Всякое бывает. Всякое бывает. А если дают по печени? Тоже плохо. Но печень восстановится. А вот самые плохие удары по голове. Никогда не забудешь их. К счастью, у меня никогда не было страшных травм мозга. Иногда смотришь на мозг некоторых боксеров, а я видел парочку. И знаете, у меня такой классный мозг. Это еще называют оглушением, да? Да, это просто другое название. У футболистов та же фигня. Да. Как там? XTA. То же, что и оглушение. Да, хроническая травматическая энцефалопатия. Это когда тебе... Постоянно по голове. Да.